Знаменитый на весь мир кубик Рубика встречает свое 40-летие. За это время он стал любимой во всем мире головоломкой. В юбилейный для изобретения инженера Эрнио Рубика год в американском городе Джерси откроется посвященная ему выставка. Знакомая, пожалуй, каждому игрушка празднует солидный юбилей 40-летия. Кубику Рубика, самой популярной в мире головоломке, посвятили целую выставку в американском городе Джерси-Сити. Здесь представлены первые деревянные прототипы кубика, созданного венгерским инженером и профессором архитектуры Эрно Рубиком в 1974 году. Когда я думаю о своей взрослой жизни, я могу сказать, что провел большую ее часть с кубиком, потому что мне было 30, когда я его придумал. И теперь, 40 лет спустя, я могу сказать, я знаю кубик и знаю, что вокруг него происходило. Кубики Рубика поступили в продажу в 1975 году. За пределами советского блока он начал продаваться в 80-х. И с тех пор кубик держал в руках каждый седьмой житель Земли. Эрно Рубик говорит, что всего в мире были проданы 350 тысяч штук. Таким образом, кубик стал самой популярной головоломкой в истории. На выставке посетителям предлагают собрать картину из кубиков и понаблюдать за роботом, который помогает решить головоломку. Главная цель создателей выставки – показать, как близко могут переплетаться наука и искусство. Мы назвали выставку «За пределами кубика Рубика», потому что она посвящена не только кубику. Она о пересечении инженерной науки, создавшей блистательный механизм внутри кубика, дизайна сочетания цветов на кубике и математики, дающей 43 квинтиллиона возможных сочетаний. Выставка откроется 26 апреля и будет работать в Джерси-Сити на протяжении 7 месяцев. После этого наглядная история кубика Рубика на 7 лет отправится путешествовать по всему миру.